Книга «Открытым оком», том 2, тема «Крещение», вопрос 625. Сейчас много грешников, то есть все грешники. То как будет крещение? Почти всех надо отлучать минимум на 10 лет. И другие сроки, потому что в детстве все были крещены и творили жизнь свою по Маяковскому, куролесили как хотели. Например, женщины многие делали по 6 и более абортов, а за один аборт отлучение на 10 лет. Ведь все это мы вытворяли, будучи крещенными, то есть христианами, а правил никто не отменял, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. После такого вопроса остается только поднять руки, как Моисею, и не опускать их, доколе Бог не совершит победы над закостенелым разумом русских священников. Иеремия 12:10. Множество пастухов испортили мой виноградник, истоптали ногами участок мой, любимый участок мой, сделали пустою степью. В этом вопросе уже дан и ответ. Мы должны как когда-то четко и твердо сказать, православные мы в действительности, или это только пустой звук, вводящий других в заблуждение. У сектантов никто не будет требовать исполнения правил соборов, под которыми они не подписывались. Они их не знают. Лука 12:47. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его. Бит будет много. Нужно или прекратить полностью крещение детей в виде исключения, допускать их только у благочестивых, глубоко верующих родителей с такими же крестными. И сделать полную ревизию православного контингента, наложить на всех епитимию согласно канонов, и потом только по решению епископов начать сокращать ее в виде слезное раскаяние паствы или соборное отменять все бывшие доселе правила соборов. Сегодня же все пущено на самотек, идет полный обман, то есть тотальная ложь, и это у всех, где допускается детское крещение.